Барт Чилтон обеспокоен изменчивыми ценами на криптовалютных рынках. Чилтон, с 2007 по 2014 год работающий в качестве комиссара комиссии по торговле товарными фьючерсами, написал для CNBC, что большие колебания цен вызывают тревогу, сообщает CoinDesk. Чилтон высказал мнение, что деньги будут оцифрованы, а криптовалюта станет частью этого процесса, и добавил: «Вместо того, чтобы ждать, пока правительство предпримет действия, которые препятствуют развитию цифровых валют, криптоэнтузиасты должны приложить усилия для создания надлежащего нормативного контроля за этими инновационными финансовыми технологиями».